Всем привет, друзья! Меня зовут Владимир, и с вами Вредный Енот. Мы продолжаем играть в игрушку Jurassic World. И с прошлой серии у нас остались две схватки. Сегодня мы их посмотрим. Время выбрал не случайно. Осталось 17 минут до завершения. Как раз нам хватит, чтобы ее пройти и попутно вскрыть карточки, потому что до карточек осталось тоже 17 минут. Значит, что у нас происходит? У нас идут исследования уже... кто же они? Велоцирапторов. Тут просто очень много рапторов, поэтому я уже их стал путать. Велоцираптор осталось 13 минут. При этом, если я не ошибаюсь, когда остается менее 10 минут, он предлагает ускорить это бесплатно. И у нас вылупился анкилозавр. Вот такой вот у нас красавец. Я бы его хотел прокормить, но реально он 174 тысячи требует. Короче, тут миллиончик смело. Два берете и готовитесь. Еда у нас, в принципе, уже идет. Я ее заказал по максимуму, но все равно ее реально дико не хватает. Ну что ж, давайте перейдем к ивентам. Посмотрим. Тут вроде как этот бой должен быть адекватный. У нас стегоцератопс есть. И я предлагаю взять анкилозавра. Давайте испытаем, что он себя представляет. Тут, конечно, он помощнее будет, но тем не менее. А я могу вот взять, скажем, вот так вот третьего. Или он только двух мне скажет. Только двух супер редких. Хорошо, значит, скорее всего, их придется лечить и следующий бой использовать уже отлеченных. Ну, давайте попробуем, посмотрим. Если мы выиграем, это будет просто замечательно, потому что на самом деле, так, но у нас по ХП мы выигрываем, по дамагу мы стегозавра тоже выигрываем. Давайте посмотрим, что он придумает. Он проводит две атаки, и у нас остается 850 1 хп. Так. В принципе... 720. Возможно, нам хватит 2 атаки. Раз... Нет, не хватает 2 атаки. Давайте мы сыграем вот таким образом. 2 атаки нанесем и в деф уйдем. Так, хорошо. Надо было, наверное... Нет, нормально. В любом случае, нужно было бы 2 атаки проводить. Потому что он останется без очков. Он провел 2 атаки. 1 к 1. Сейчас у него, скорее всего, 1 деф. Либо 1 защита. Если у него 1 защита, давайте мы попробуем, понадеемся, что он пошел на очки. Вот так вот сыграем. Нет, он пошел на деф, ты смотри-ка. Ну ладно, у нас деф. У нас 2 дефа. Если он сейчас 3 атаки пройдет, это будет хорошо. Пройди 3 атаки. 2 атаки провел. Интересно, он опять на деф ушел? Или он опять ушел? Или на очки он ушел? Как думаете? Так, если он ушел на очки, у него 4 атаки будет. Давайте мы попробуем вот так. Он ушел на деф, смотри. Они в последнее время играют очень жестко от дефа. Вот и первый раунд был, и тут второй такой же. Так, ну хорошо. Мне нужны были очки, чтобы я мог выдержать атаку анкила на следующий ход. Поэтому сейчас мы проводим 2 атаки. Одна из них, потому что по-любому будет в дефе. Нет, ты смотри, он в очки пошел. Он пошел в очки. И это означает, что он сейчас, собака, нас может завалить. Так, 3 атаки, у него будет 5. Нет, нормально, все, 5 атак мы выдержим. Все хорошо, 5 атак мы выдерживаем. Надеюсь. Да, выдерживаем. Ну что ж, давай, до свидания, анкилозавр. Ты хороший боец, но ты мне мешаешь получить главный приз. И мне остается еще один бой. Ох, не знаю, как мы будем проходить, я даже не знаю, кто там будет. Тяжело это все, тяжело. Ивенты пошли действительно тяжелые какие-то, не знаю почему. Ох. Кого же нам взять-то? У нас супер редких столько-то и нету. Брать вот всех этих. В принципе, стегозавра мы, я думаю, заберем. С этим худо-бедно должны справиться. Ну, давайте попробуем, вылечим. И попробуем вот так. У него больше всего ХП. Замену он делать не будет. Он реально не будет делать замену, потому что преимуществ у него ни над кем не будет. У нас преимуществ тоже нету, к сожалению. Потому что наши велоцирапторы пока слабенькие. Давайте мы сработаем от очков. Сейчас нам очки более актуальны. Так, что он придумал? Так, 2 атаки и этот. На очки он пошел. 3 очка. Проводи 3 атаки. 2 атаки, хорошо. Нам нужно продержаться, нам нужно немножечко очков подкопить. Так.
Две атаки и один в дефе. Значит, мы сработаем от дефа. Я 4 не буду тратить совершенно. Я сделаю вот так вот. 3 дефа и 1 очки. Нам нужно по нему провести будет 3 атаки. Это мы помним с прошлого боя. Отлично! Он теперь беззащитный полностью. Но вот этот меня очень напрягает. У него очень много хп. Нам нужно провести. Давай мы, знаешь, как сделаем. Так. А у него будет 4 атаки. 2 атаки. 2 атаки мы выдержим. Так. Значит, делаем так и вот так. У него порядка 400 дамага. Мы, в принципе, даже если он атакует всеми четырьмя, мы выдержим. Это будет всего 2 атаки, и мы выдержим их. Давай посмотрим, что он сделает. Твою дивизию. Что он сделал, интересно? Он все 4 на очки потратил? Или на деф? Нельзя рисковать, надо атаковать. Отлично, отлично. Иначе было бы 6 атак, мы могли бы просто вообще просрать это сразу бой. С анкилозавром будем что-то думать. Запас хоть небольшой, но у нас есть, правда, все, мы потерялись. Тегацератопсы, это однозначно. Так, у него было 6 очков. Значит, у него 2 на дефе. По-любому 2 на дефе у него. Двумя мы не прошьем. Сработаем от дефа. Да, сейчас работаем от дефа. Скажи, что ты пройдешь 4 атаки. Ну, пройди 4 атаки, сволочь ты такая. 3 атаки, 3 атаки. 600. Не хватит, не хватит, не хватит, не хватит. 3 атаки он провел. Одну в деф он либо в деф ушел, либо в очки. Давай вот так сработаем. В деф ушел. Хорошо. Значит, он пройдет 4 атаки. 4 атаки нам не страшно. Одна атака пройдет, 3 у нас заблокируются. Так, 3 атаки провел. Замечательно, теперь у него всего-навсего один деф, и 4-5 атаками мы прошибем его. Все. Вот это было грамотно, вот это было хорошо, вот это аналитический и математический склад ума, которого у меня, честно говоря, нету. Вот, короче, мы победили, раскусили мы его немножко тактику, мы в целом-то молодцы. Ну-ка, что нам тут подгонят? Так, 750... О, денег дали. Это хорошо. Еще и голды. О, и спинозаврика дали. Вот спинозаврика нам надо выводить. Хотя бы потому, что у нас реально нету. Кого у нас нету? Никого у нас нету. Что делать с этим? Давайте посмотрим еще раз. Посмотрим и поплачем. Ну, допустим, первого можно как-то худо-бедно, тяжело ликвидировать. Но он поставит первого вот этого. Димитродона. Он смотрел, он прям в круговую пошел так, что нам нельзя использовать, нам просто нельзя использовать травоядных, потому что что бы мы ни сделали, он выберет этого. Если мы поставим хищника, он выберет этого. Если мы поставим амфибию, он выберет этого. То есть тут полностью круговая, вообще круговая. Нам можно использовать только летающих в данном случае. Только на летающих у него нет преимущества. Как же лучше быть? Я, честно говоря, тут пока не знаю. Пока не знаю. Ладно, пускай динозаврики у нас пока отдыхают. Я не буду тратить, потому что, скорее всего, это будет вообще никак. Так, у нас очень много выводить надо. Давайте посмотрим. Это должны были уже вот. Ускориться бесплатно. Ой, а что так мало? Ты меня что так подводишь, да? Велоцираптор. Ну, давайте, мы немножко выиграли. Да ты издеваешься, да? Не, ну это несерьезно. Я на тебя уже посмотреть уже хочу. Я ж следующего хочу эволюционировать, да? Ты представь. Выкачивает, а? Ну выкачивает просто из меня денег. Он взял и выкачал. Велоцираптор. Поместить. У нас уже немножечко есть. Я предлагаю, давайте попробуем вкачать хотя бы одного. Не хватает, да? Ладно, другой вариант. Другой вариант, кстати говоря, другой вариант. 8 минут еще, да? Тут просто, я не знаю, пропало или не пропало. Тут предлагали мяско за очки доверия. Я, честно говоря, не горю желанием. Вот реально, я не... А, подождите. А чё это я так? У меня за это время должно было сколько-то накопиться мяска. Давайте проверим, сколько накопилось. 4000. Не, не спасет, не спасет. Ну ладно. Я думаю, это не столь страшно. Я их поставлю выводиться чуть-чуть, буквально попозже. Ну, наверное, в течение пару часиков после серии. Так, у нас еще скалозавры есть. Как думаете, сколько будут вылупляться они? Так-то нам тоже бы их надо. Давайте пока стартуем, пускай они вылупляются, после них сразу велоцирапторов.
Так, и что нам осталось? Нам осталось посмотреть, что у нас выпадет из карточек, поэтому давайте мы пока перейдем на PvP бои, потому что PvP бои. Ага. PvP бои. У нас как минимум есть в ежедневном задании, при этом они поставлены таким образом, что нам нужно, знаете как? Нам нужно вот так и вот так. То есть трех разных и поучаствовать два раза. Сейчас мы используем сильных, а потом мы вернемся. А хотя посмотрим потом, как мы вернемся. Поехали. Давайте посмотрим. Тут бывают очень неплохие призы. Я вот буквально вчера вот посидел, так вот тоже делик выполнял. На слабеньких, заметьте, я на самых слабых выиграл немного баксов, где-то около 200. Что-то еще выиграл. Вот, смотри-ка. Серьезно, серьезная заявочка. Мегатерий. ХП у нас достаточно, сработаем от очков. Когда у нас есть возможность выдержать 2-3 удара, можно смело... ох ты, шунозавр. Ой, какой красавец, да? Ладно, я намек понял. Деваться тебе один хрен некуда. Так, у него будет два хода, давайте тогда... А нет, он, скорее всего, мог на очки. Нет, он на деф потратил. Сыграем адефа. Когда идет замена, я уже понял, лучше всего адефа играть, потому что неизвестно, что он придумал, и мы в меньшинстве очков. Проводи две атаки, сволочь такая. Что он придумал? Три дефа. Он в очки отдал. Четыре очка, да. Поэтому, ага, ты смотри, что творит. Очень нехорошо он это творит. Так, секундочку, было две атаки. Четыре очка. Один на деф. Шесть, шесть, шесть. Шесть атак у нас прошибет только в путь. Деф. Отлично. Потому что я почему-то был уверен, что он не отдаст, не возьмет и не отдаст все на очки. А вот сейчас это более вероятно. Так. Я думаю, надо пробовать. Три. Он три атаки не поставил. Ой, три защиты он не поставил. Две защиты. Блин, плохо не спасает. У него очень много хп, даже с нашим преимуществом. И 2 хватает. На очки. Ну ладно, у нас, в принципе, ему нужно провести три атаки, скорее всего. Да, три атаки. Хорошо, три атаки он провел из пяти. Что у него дальше идет, интересно? Три атаки из пяти. Если он поставил 2 на деф. Давайте сыграем от дефа. Одну на деф, одну на очки. У него очень сильный дамаг. Очень сильный дамаг. Пройди 5 атак, пожалуйста. Я тебя прошу. Просто по-человечески. Молодец! Человечный ты мой человечище в виде динозаврика. Замечательно. Вот теперь смотри. Мы по нему проводим 3 атаки. И уходим в деф. Мегатерий не так сильно страшен. Он... Тремя атаками нас не прошибет, у него порядка 240, то есть худо-бедно, ну, 900 где-то он нам нанесет, если он пройдет абсолютно все атаки. Я на это очень надеюсь. Две атаки. Хорош, хорош. Так, если у него две атаки. Максимум мог поставить 2 на деф. Нам этого не хватит. Сработаем вот так. Три дефа, одни на очки, да. Он на очки боится, смотри, он боится на очки так же, как и я. Он ставит, он по-любому ставит 2 дефа и 1 на очки. 5 атак. 5 атак, 5 атак. Если я поставлю 3 дефа и... Так, 5 атак. Выдержим. 3 дефа и 2 очки. Должны выдержать. Я рассчитываю худший вариант, что он сейчас нанесет все 5 атак. Он нанес 3. Это хорошо. 3 из 5. Как минимум, он поставил на деф что-то. Нам нужно 3 атаки. Если он у него 2 на дефе. А что нам мешает сделать? Вот так. Абсолютно же ничего. И смотри, у нас круговой деф идет. И плюс у нас очки сохраняются. Так. Хорошо, я тебя понял. Так, а если мы... нет, он одну атаку провел, нельзя пока. Как только он проведет максимум атак, тогда мы сможем поменьше сделать дефа и побольше очков.
Пока копим, пока копим. Очень сложные какие-то мне стали бои попадаться. Но он на дефе, сейчас реально сидит. У него сейчас два дефа. По большому счету. Проводим три атаки нахрен. Подожди, а если он 6-6-6? Давай, три атаки проводим, два дефа. 5, то есть вот так вот. И на деф немножечко. Сейчас мы его аккуратно ликвидируем и выходит следующий с 5 атаками. 5 атак он мне прошибет только в путь. Да, 5 атаками, 4 пройдут. 4, да, 4, он все мне прошибет, если он пойдет на это. А, тоже прошибет. Но это... Блин, у меня 1000 хп так-то. Сколько у тебя? 228. 1000 хп и один на дефе. Давай-ка мы знаешь, как сделаем. Две атаки мы не выдержим. Он не... Ага, он на деф пошел, не на очки. Я просто вот этого боялся. Если бы он пошел на очки, это было бы печально. Отлично, смотри. Все, родной. Все, это была твоя ошибка. Это была твоя последняя, твоя роковая ошибка. Я вот именно на это пытаюсь их развести, когда у них начинают сдавать нервы, терпение и так далее. И они начинают психовать и полностью тратят абсолютно все свои атаки. Так, значит, первый бой мы провели. Я хочу его. Давай, счастливый пальчик, тыкни мне на шунозавра. Ага, жди, надейся. Аж 5 раз шунозавр ему. Наивный енот. Ладно. Так, значит, первый бой мы провели. Что нам нужно? Так, у нас еще тут одна минутка. Давайте тогда мы, наверное, одну минутку дождемся, вскроем, что у нас тут будет, и пройдем второй бой, ПВП. Завершилось наше событие, и появились карточки. Давайте посмотрим, что в этот раз нам выпало. Тут должно быть очень много ДНК. Прям немыслимо много. Да. Что-то как-то скромненько. Я ожидал немножко больше. Ну, давайте посмотрим, может быть, тут что-то. Ну, тут уже чуть поинтереснее. Но все равно шляпа шляпная. Так, ну, уже поинтереснее. Тут и 700. Ну, в целом, ладно, пойдет. Жить можно. Ого, тут за очки ДНК покупать? А что выпадет-то? Еда выпадет. Ай, да, она мой как нужна сильно. А тут что? А тут голда. Так, ну, это однозначно покупаем. 2000 я, наверное, потрачу их. Я их выиграл, поэтому как бы так, не страшно. А тут что? Так, а тут Диморфодон. И да, и, наверное, я сюда потрачу их. Так, на рынке скидка на 10% на птеров. Ты смотри-ка, а? Ладно, давайте посмотрим. Там событие появилось новое, я хочу его посмотреть. Что у нас за событие? Выживание. Сразитесь один на один в этом событии. Ну-ка, давай посмотрим. Ага. Так она всего одно такое, да? Так, а в чем проблема? Я проблем-то и не вижу. А чё так дорого-то? Ни хрена ж себе. Ну ладно, поехали, чё. Призы, наверное, хорошие должны быть. За 150 голды ты представь. Я в шоке. Давай, с первого хода его ликвидируй. Я немножко в шоке. 150 тысяч голды. За то, чтобы подраться. С кем подраться-то? Ну давай, две атаки проводим. Молодец. Ты только что молодец, все потерял. Так, а там будет... А, там две атаки будет. Одну атаку мы выдержим. Нормально. Смотри. Да у нас один алангозавр всех тут вынесет. Я 150 тысяч за что отдал? За то, чтобы у меня пришел. Алангозавр всех нагнул. Не, ну это, конечно, хорошо. Я не спорю, это замечательно будет. Но все-таки. Смотри-ка, он на этот пошел. На очки пошел, ведь паразит. Хотел меня загрызть. Так, я не знаю, тут какой должен быть приз. Тут супер-пупер, он просто должен быть нереальный. Чтобы я не обиделся. Ну, допустим. Ну, допустим. Ну, хрень. Так, пока не уверен. Давайте посмотрим. А, ну ладно. В целом 150 тысяч за то, что мы поимели сколько там? 50 или сколько? 100, короче, деньги поимели.
скоро в игре VIP. За то, что мы поимели несколько долларов и 260 очков ДНК, в целом, ладно, я согласен. Я бы, наверное, даже обменял. Ну-ка, давайте посмотрим. И плюс у нас вот вылупился редкий... Где же он? Не вылупился, а появился. В смысле? А, вот он. Монолофозавр. У меня такого нету. А у меня его реально нету? Уж вроде был. Ладно. В общем, в целом, я доволен. Мы выполнили ивент. Я, честно говоря, блин, ну, просто не знаю, ребят. Я не знаю, как выполнять этот ивент. В принципе, двое суток есть, но... Нам. Но я действительно не знаю пока. Пока у меня нету, реально нету мыслей. Если мы ставим апатозавра, то мы должны Диметродона просто вынести. Есть вариант поставить стегоцератопса первым. Да. Сработать на очки, этот выйдет, нам всечет один удар. Он не будет страшно, он останется без очков. У нас будет 3 очка. 3 на 3, 900... Так. 1050. Возможно, нам даже хватит, чтобы вынести Диметродона. И можно будет с этими подраться. Ну, как вариант, такой вариант... в общем, пока такой план событий. Если у нас ничего не изменится к завтра, послезавтра, то, соответственно, мы возьмем и попробуем именно прям таким способом, который я только что придумал. Главное не забыть. Сначала стегозавр на очки, долбим Диметродона, а дальше по ситуации. Ну что ж, ребят, если вам серия понравилась, ставим большой палец вверх. Если не понравилось, все равно большой палец вверх, но пишем в комментариях, что не понравилось, что улучшить. Также, кто не подписан на канал, не забывайте подписаться, оставляем комментарий и заглядываем на паблик ВКонтакте. Там очень прикольные гифки про енотов, про арк и все оповещения канала. Всем удачи, всем пока!